Я приветствую всех свободных людей нашей большой, прекрасной, свободной планеты Земля. Космический корабль со мной находится сейчас в городе М. Красному Буренга. Так, это вы друг друга только по-настоящему не обидите, а? Да ты не парься. Рокки, злится. Рокки, ракета. Ракета. Сейчас, Ромка, подожди, сейчас ракета будет тебя за ногу цеплять. Извини, брат, ничего. Ракетка-то за него заступится. Один-один. А чё, так ездишь? Один-один, да? Ракета! Ракета! Блядь, маленький Андрей изворотливый. Просто маленький. Поэтому он изворотливый. У вас три минуты. Нормально. Посринки 3 минуты. Вот видишь, даже собаке не нравится, что вы деретесь. Да. Даже собаке не нравится, что вы деретесь. Мы не деремся, просто. Ну все, ладно. Ну все, маленький Андрей победитель, у него сегодня день рождения. Ром, какая ошибка. Андрюшка, у него. Когда ты победитель? Хорош писатель. Ты победитель? У тебя сегодня день рождения, и ты победитель. Нет. Да. Все, победитель. 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 Дай я тебе покажу. Когда ты первый раз полетел на Романовича, Ром, стой. А собака тебя защищает. Вот это с такой кружки я пью чай. Ребята, нынче с казаками. Джанго. Я приветствую всех свободных людей нашей большой, прекрасной, свободной планеты Земля. Космический корабль со мной находится сейчас в городе М. И я хочу сказать, видите, какое выглянуло солнце. Последний день уходящего года. И последний день, который нам даст возможность всем насладиться этой жизнью. Насладиться этой жизнью. Ребятам, всем, кто сейчас находится в заточении, держитесь, крепитесь. Мы думаем о вас, мы вас хотим всех видеть, хотим вам здоровья и хотим, чтобы все было у вас у всех хорошо. Мы очень постараемся вам помочь, вас вытащить отсюда и наладить эту жизнь таким образом, чтобы как можно меньше людей там оказывалось. Еще.